начала года на территории садовых товариществ Магнитогорска произошло 15 пожаров. При этом за тот же период прошлого года их было меньше. Чтобы предотвратить трагедии, пожарные выходят в профилактические рейды. На одном из них в садах Метизник побывал Павел Берсенев. С приходом весны пожарные в садовых товариществах – частые гости. Они приходят сюда раздать информационные памятки, рассказать, как вести себя в случае ЧП, да проверить, все ли нормально. Ведь основными причинами пламенных трагедий, как правило, служат неправильное устройство дымоходов печей, нарушение эксплуатации оборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе и сжигание мусора на участках. Введен особый противопожарный режим с 28 апреля, что запрещено сжигать старую листву, мусор, не только на территории города, но также на территории СНТ, в том числе на территории частного участка сектора. Противопожарный режим введен не случайно, ведь в сухое время года даже небольшая искра, подхваченная порывом ветра, может привести к пожару. Иллюстрацией этого служит картина выгоревшей свалки, а полыхала она как раз накануне визита пожарных. Сгорело поле, перешло на перешло сюда на сады. Посмотрите, сколько здесь. Это ладно, подъехали рабочие наши садоводы, и они стали бить ветками, чтобы только не перекинулось сюда. Это не одна мусорка, а сколько у нас заброшенных садов. Ну вы это кому вину-то вменяете? Самим садоводам? Конечно, самим садоводам, которые безалаберно относятся к этому. В садовом товариществе «Метизник» находится почти 3000 участков. Разумеется, обойти каждый домик пожарные не в силах. Да и надо ли оно? Садовый участок – это частная собственность, и за свое имущество отвечают сами владельцы. Тем не менее, в ближайшее время запланированы очередные рейды. На этот раз их будет проводить Госпожнадзор. Проверками занимаются, как правило, у нас сотрудники ОНД, надзорной деятельности. То есть на этой неделе, на следующей, как раз будут рейды по территориям СНТ. В случае обнаружения выписывается штраф сотрудникам, физическому лицу, либо юридическому лицу. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.